Готовлю салат. Из меня бы вышел отличный баскетболист. Давай вместе поиграем, я тоже хочу. Не расстраивайся, давай лучше в футбол поиграем. Давай. Не хочу с тобой играть. Давай лучше нормальную игру поиграем, чтоб тебе и мне было интересно. Тогда догони меня и забери мяч. Ха-ха-ха. Тут происходит? Ваня играет в футбол и баскетбол, а мне не интересно. А давайте играть в то, что вам будет обоим интересно. Да, 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 да. Например, давайте поиграем в боулинг. Да! Еще одна лол. Еще один лол. О, пойдем распаковывать. Ну, этого боулинга. Давай быстрее открывать. Давай, пошли. Значит, у меня какая-то батарейка со звездочкой сверху. А, еще, да-да-да. Это наклейки. О, наклейки. На наклейки мы потом наклеим. Не желтая, Ваня. Что же тебе попалось? Так, что же у тебя попадется? Так, кофе. Кофе, там, наверное, я будет лол. Вау, какая тебе девочка попалась. Так, у нас девочка и вот это. Смотрите,
Так, ням-ням-ням-ням. Теперь пакет. Чё? Чё тут, наверное, там ещё что-то есть? Да? Посмотрите. Тут-то у меня сильный. Вау, какая это одежка. Это платье. Да. Вау, давай померим. Так, давай померим. Сейчас потом, давай. Давай потом. Она в купальнике. Итак, 6, 7, 8 только. Так, что там есть? Я думаю, что там есть. Что там? Наверное, бутылочка какая-то. Вау, бусики. Да, бусики. Бусики. Это не бусики. Собирайте, что у вас там получилось? Так, сейчас. Надо платье надеть. А как ее зовут, Мань? Я не знаю. Не знаешь? Лол просто? Ну да, все лол. Вот, видишь, написано? Лол. Тут. Лол. Тут конфетти должны сыпаться. Есть. Тише радуется Лола. Ласты. Да. Прикольно, а что она делает? Плюется. Может, плачет? Нет, плюется. Плюется? Да. Такая... Да. Как... И секрет. Как кит. И непонятно, что еще делает. Это сюрприз. И чтобы понять, что она делает, надо набрать бутылочку в воду. Берем воду. Давайте немножко бутылочку. Давайте все бутылочки. Ну давайте, сразу, чтобы были. Так, и ты начинаешь ее кормить. Прям туда и с усилием вдавливаешь воду. Да. Получается? И теперь нужно нажать ей на голову. На сторону. Да, да, да. Я в инструкции видел. Что надо сделать?
О, сейчас нырнет. Бульк. Но это же русалка, она должна плавать. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. И с ней все в порядке. И еще будет... С ушей. Бульк? Следующая вот. Как ее зовут, Вань? Леди Бэк. Блин. Да, у нее такая специальная повязка спортивная от пота. А что она делает? Она делает, плюется и плачет. Что? У нас так любит воду. Что там? Пам-п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 ам. У нее может тоже из ушей палиться. Сейчас, да, сейчас попробуем. И нажимаем на голову. Кто у нас еще? Вот это вот какая-то Бизагузя. Бизагузя? Леди Клео. Клеопатра. Она из театрального клуба. Леди Клео. Нет, цвет и пищит. Три, два, раз. И что она еще умеет делать? Менять цвет. Цвет? А что для этого нужно? Горячая вода. Это нужно на вторую емкость принести. Давай сначала попробуем в холодную воду положить, подержать. В холодной воде, я смотрю, с ней ничего не происходит. Да. Но по инструкции ей нужно в теплую положить. Оп! Поменяла? Нет? Я не вижу, ничего она не меняет. Нет, нет, может быть, ей надо еще полежать там. Нужна, оказывается, настоящая ледяная вода. Я не подготовился. Их вон сколько видов этих лол. Я сейчас даже положил в морозилку на какое-то время, и ничего не помогло. Она не меняет цвет. Ну, будем считать, что она цвет меняет, да, ребят? Да. Ну, как вам, интересно эти? Да. Подруги. Кто, да. Кто какие собирает себе? Я вот эту. Ты Люди Клео, да? Да. А это Стеша, спортсменка. Пока-пока. 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 И подписывайся на канал Ваня Маня Кидс. И ставьте лайки. А сколько лайков надо поставить? 2 миллиарда. 2 миллиарда? Мало. Давай 3 миллиарда. Давай. Ура. Нет, давай вообще 100 миллиардов. 100 миллиардов лайков. Спасибо большое. Бам-бам-бам-бам.